аэропорт рос умирал. Удалось и объяснить это американскому правительству, правительству Калифорнии. Совместными усилиями этот памятник не только сохранился, но и, в общем, расцвел и продолжает расцветать. Для нас важно сохранять сегменты русского мира, разбросанные по всему земному шару, везде, вне зависимости от того, где это. В России или в другой части Европы или Азии, в Америке, в Африке. Практически везде, где возникает нужда, и когда к Транснефти обращаются за помощью, мы помогаем, мы откликаемся.